Всем привет, меня зовут Сергей Маркович, и это мой первый видеоблог. Сейчас мы идем в Гулливер на встречу с Сашей Чемеровым. Кто не в теме, Саша Чемеров — это вокалист легендарной группы «Дым на Сумиш» и его новой группы «The Gitas». 5 лет назад Саша уехал жить в Америку, и сейчас он впервые вернулся в Украину, чтобы дать пару концертов со своей старой и новой группой. Встреча происходит на 5-м этаже на летней террасе в торговом центре «Гулливер». Завтра и послезавтра Саша дает первый концерт за последних 6 или 7 лет. Сразу две его группы — «Дым на Сумиш» и «The Gitas». Интересно, что у обеих групп будет играть на ударных один и тот же человек, ударник «Дымной Сумиши». Непонятно, почему их ударник не приехал из США, у них там была девочка, по-моему, на ударных. Мы подходим к месту события. Привет. «Дым на Сумиш» — единственная группа, ничего похожего. А чё «Дымно», а не «Дымно»? Действительно. Там-то так назва и вышла. У меня не было времени скучать. Меня не мучила ностальгия, я очень много работаю. И у меня нет времени грустить. Совсем. Если и есть, то это 15 минут. О боже мой, мы записали трек здесь, но давно. Свели сейчас. А песню «Зламани» записывали здесь. Музыку там, вокал. Там сводили. Какая-то часть треков перекочевала в «The Gitas», какая-то осталась в непроявленном состоянии. И какие-то несколько треков буквально вот они вот еще чуть-чуть и попадут на сковородку. Я какое-то время здесь еще буду, и мы с ребятами, у нас есть идея записать, что-то записать в студии, снять несколько живых, возможно, выступлений. Мы что-то сделаем за это. Выключно зарабляем музыку. Тому що вона виявилася... Така хуйня малят. Що стосовно «The Gitas»? Історія створення і як взагалі зібрався цей гурт? Всі пам'ятають гурт «Вкраст». Ну, може, не всі. Але ми почали тут гурт «Вкраст». І я поїхав в Америку і продовжив гурт «Вкраст», який закрив після 2 років спроб. І тоді в мене виникла інша концепція. Я не мав музикантів, я не мав нікого, але я вирішив зібрати сесійних музикантів і записати гармонт. Я це зробив, і після цього я знайшов барабанщицю, яка виявилася. Я знайшов Села, мого брата, і так виникнув гурт «The Gitas». Когда я уезжал отсюда, я думал, что я туда приеду и соберу с каждого угла всех самых лучших музыкантов, потому что мне казалось, что все там очень клево. Но когда я приехал и начал искать музыкантов, оказалось, что действительно это Мекка, Лос-Анджелес. Там очень, там все самые главные якобы оттуда, да? Но представьте себе, сколько неудачников и wannabes приезжают туда. Их просто миллионы. И это сложно, в принципе, если у тебя нету правильных знакомств или... Я не знаю, еще это такой мистический процесс. Очень сложно там найти нормального музыканта. Очень сложно. Нужно перебрать, шелухи очень много. И когда ты приходишь к нормальному музыканту, он или уже занят, или он сессионщик, его не интересует, в принципе, какая-то идеологическая сторона музыки, его интересуют конкретно деньги. Это что касается Лос-Анджелеса. В глубинке, конечно, можно так же, как у нас здесь, что-то сделать. Yeah! Я довгий лезар.
разом. Мої душі, дощі назавжди, лишили мокрий слід. Мені все одно, зима чи літо, і хто врятує світ. Ой, хоч час, два, три, все сторін, вибери хоч один раз. Не кажи мені, я не повірю, що в тебе все гаразд. В країні ілюзій, на вулиці добрий день. Я в ритмі друзі, ховалися від людей. Запам'ятай цей день назавжди. Небо і смак води, не кажи мені, що буде далі. Хочеш піти, іди. В твоїх очах 100 000 доріг. Вибери хоч одну. Мені все одно, хто буде першим з нас бачити весну. В общем, уже вторник, и мы идем в центр на второй концерт «Дымной сумиши». Вчера был первый, был аншлаг. Иван Дорн стейдж-дайвился со сцены. Был слэм жесткий. Ну, короче, угар, панк-рок и все такое. Подошли мы по центру, есть тут немножко людей, будем заходить. Бачиш, зірка з'явилась на небі, вона
ножкой голову разбил. Угорели на отлично. Подписывайтесь на канал, бла-бла-бла, вся фигня. Пока-пока. Пока-пока.